часто спрашивают. Хатуку, как ты справляешься с трудностями в жизни и бизнесе? Что поднимает тебе настроение? У меня есть ответ. Это вок от Биг Бон Тяньшань. Главное его правильно приготовить. Биг Бон вок мы завариваем кипятком, но едим без бульона. Открываем. Заливаем с овощами. Ждем 5 минут. Выливаем. А только потом соус и кунжут. Блюдо готово. Приятного аппетита!